ситуации. У кого-то есть вроде бы технологическое решение, но непонятно, как с ним дальше поступать. Кто-то в команде не имеет достаточно людей для того, чтобы быстро чего-нибудь отрисовать. То есть видно, автор горит, ну а что дальше? Вот. Поэтому моя все-таки рекомендация, я бы не хотел конкретно по проектам идти, хотел бы сказать просто, что самое главное, мне кажется, в проектах это все-таки фокус. Вот фокус в проектах чем четче, тем они быстрее прогрессируют в любой разработке, там двухдневной, с более длинными спринтами. И ну, по нашему опыту в инкубаторе, как бы, чем короче спринты, тем лучше. И на самом деле у меня после сегодняшнего случая замечательного появилась идея, может, мы вообще будем каждый день хакатоны делать. Ну, в общем, я желаю всем не отчаиваться, подаваться дальше. Вот тут хакатон закончился, но вон в следующем месяце у нас новый набор в инкубатор начинается, 19.91. Подавайтесь к нам, будем стараться доводить идеи до ума. Значит, челлендж что? Раз в 3 дня. Да, я удалю.